Их встретили хлебом да солью. В аэропорт Восточный прибыл самолет. На борту Ил-76МД бойцы сил специальных операций Республики Беларусь. Военнослужащие прибыли в Ульяновскую область на совместное учение с российскими десантниками. Это первое российско-белорусское учение. 16 по 19 марта будет проведено на территории Ульяновской области. Тематика учения подразумевает миротворческую деятельность. Подготовлена программа и план учения по боевой подготовке. Подготовлено культурно-досуговое мероприятие, спортивное мероприятие. 4 дня – это активная фаза совместных учений. Перед этим в течение недели на полигоне Полиевна военнослужащие двух стран проведут боевое слаживание сводного подразделения. Основная, наверное, цель – это дать практику командирам в их действиях, действиях подразделений, совместных коллективных миротворческих. Бесценный опыт, который необходимо перенять для того, чтобы в дальнейшем его использовать. Посмотреть методы управления штабов, подразделений при выполнении миротворческих задач. Всего в учении задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского десантного штурмового отделения и около 80 солдат из Беларуси. Рената Люлова, Улправда ТВ.